Дорогие друзья, с вами Напал. Ну что, продолжаем погружаться в мир Варкрафта. Ой. Глава 4. Духи. Ясеневого леса. Ясеневого, блядь. Короче, духи леса. 2 дня спустя на границе ясеневого леса, сука. Демон бы побрал этого тралла. Послать своих лучших воинов рубить лес. Он же пропадет без меня. Вождь, этот лес какой-то странный. Этот лес облез. Тут слишком тихо. И за нами будто наблюдают. Ты что, духов?